трава. Смотри, как будто слив. Ну. Такая полоска идет. Откололась. Иди. Отойди. Где это? Папа починит деду с бабой. Сидит Индюшка, да? Мука. Видела ежик? Уже за молочком ползет. Идешь? Идешь? Да, ежик уже за молочком ползет. Пошли, будем молочко ему наливать. Пойдем? Смотри, Ника, птички летают. Там гнездышко свили. О, вылетают с сарая. Птички. Вот и друг пришел. Тише, не кричи. Видишь, ежик блинчика покушает. Видишь, своим ежатам, может, понесет. Да? Молочко пьет, да? И блинчика скушает. Мама сегодня приносила котикам. Ничего себе! Угу. Слышишь? Давай, где давай? Оттуда давай, двери. Оттуда. Тут не надо, сама давай. Мама! Уже у нас одни цыпы переехали в сарай. Курятник там большой. А эти малыши еще тут. Сейчас клюнет. Ты куда идешь, Николь? С хлебом. Куда идешь? Му? Идем к коровке. Подружка твоя всегда к нам подходит, да? Да.
Наши уточки пришли на канавку. Низаника, держи меня за ручку. Вчера целый день Артём с дедом напилили дрова. Артём привез целый прицеп, и они их распиливали. А сегодня нам надо сложить это все. Вот такая большая куча получилась. Что? Заготовка дровишек на зиму. Ну. Очень душно. Дождь сейчас будет, наверное. Чего? Нам осталось прополоть еще 1,5 грядки. И я сейчас хочу пособирать жуков. Уже 2 дня я не собирала. Мы стараемся каждый день собирать жуков. У кого как получается. И мы сложили все дрова. Сейчас покажу вам, что у нас получилось. Сегодня утром я встала. Мы попололи. А сейчас у нас день и пасмурно, поэтому можно работать. Две внешних. Распалили мы мангальчик. У нас будут сегодня гости. Ждем уже гости на подъезде. Что это тут у нас? Кто это? Цыпа, да. Расцветают наши пиончики. Вот такая вот будет красивая у нас аллея. И вот первый пиончик. Это самые мои любимые цветы. А еще я Никуше не показывала, но у нас уже начинает, видите, краситься клубничка. Ей нельзя показывать, потому что она будет в нее ходить. Я ей буду нарывать. Без нее. Поэтому пару деньков, и мы уже будем кушать клубничку. Кто к нам едет? Печки-лавочки? К нам едут маленькие ляли? И кто это к нам приехал? Печки-лавочки. Со своим паровозиком? Печки-лавочки младшие и старшие, между прочим. Да, между прочим. Ого! Видишь, какая коляска, Ника? Будет паровоз целый. Да? Привет-привет! Привет-привет! Ну, хоть вас тут покажем. Привет! Ну как, заказывали? Заказывали. В двойном объеме. Покушали мы шашлычок. И смотрите. Долгожданные внучки гуляют с бабулей.
Ничего. Смотри, что бабушка нашла. Бачиш, во, хоча як і з'їли. І во, пошукали. І во, бачиш. Яйці. На їх. Я на такову. Смотрите, висипали, сколько много яиц. Видишь? І от какое вона делает кубло. Нельзя. Пойдем посмотрим бабушкину борьбу с медведкой. И что, она этого боится? Она должна вылезти сдохнуть, если она там есть. Ну, как уходит дырище. Это еще пускай доспеет. О, какая красненькая. Первая клубничка. Это пускай побудет до завтра. Две клубнички первые. Одну Тимуру, одну Николь. Ну? Дед Му готовит кушать? Да. Показывает на столе. Молоко, Му. Как дорожка потом сказал. Ника, что это? Котик. Картошка. Это же картошка, Надька. Супер подход тут. А зачем оставлять? Блин, мне все не надо высыпать. А, она не стоит потом, когда доится. Иди сюда, Ника, не заходи туда. Пошли за мной. Открывай. Открывай двери. Вот, за это. Не учи. Учит он. Там сбежит отсюда. Пошли отстегивать. А я останусь, чтобы они не пошли, ну, вот туда. Они обычно с тех карт идут сюда, а иногда путаются еще. Там новое их место. Они только второй раз стоят там, поэтому надо ждать. Никуша, видно, забоялась. Близко к коровам подходить поняла будет. Бежит назад. Беги, беги, беги. Да, сейчас папа Му приведет. Беги сюда. Беги, будем ждать коровку. Блин, блин. Идут коровки, да? Коровки. Заворачивай, заворачивай. Стрекоза. Пошла, пошла. О, как бежит.
запрягать можно. Ну, их обучить верховой езде. Наконец-то я дождалась. Вы не представляете, какой здесь аромат. Это очень вкусно пахнет. Я их обожаю. Зацветают, распускаются наши пиончики. Еще не просохло? Тити, да? Там большие покажем наши. Тити. О, индюшатки. Еще вот надо два зуба сделать. Сделай. Это кто видишь, сделал? Это дед, наверное. Видишь, тут Ника, когда нельзя. Не ломается, тут отверстие остается. Ну. Ну давай, иди. Ну иди. Иди. Что ты?